Афанась Федорович, саду, что ли? Снимай, снимай. Можжигание. Перевел? Да. 12 раз приносящие плоды. Посмотри, не хватает какого-то лигнум витая. Витая? Вита. Вита. Короче, дерево жизни. На мне грех. Не надо было с барином откладывать. Он первый в списке Штольца стоит. Перестань, перестань, Алексей. Кто мог это предвидеть? Ты еще в ближайшие сутки. А в списке Штольца пойди разбери, кто из них жертва, а кто инквизитор. Точно так же, как Лобанова. Что? Его вешали два раза. Того два раза топили, а этого вешали. Это почему? На шее два следа от удушения. Один от веревки, а другой от какого-то металлического провода. Возможно, струна. Время смерти? Более 12 часов. Скончался от асфиксии. Вникаешь, Алексей? Когда Наталья звонила, Баринов уже мертв был. Мы бы по-любому его не спасли. Кстати, висел он гораздо меньше. Это утешает, но слабо. Сходи в дом. Посмотри, что там Тимур и его команда нарыли. Ты тоже сходи в дом. Пощелкай там. Здесь уже достаточно. Гражданка Осокина утверждает, что лично видела, как сосед повесился. Остальных спрашиваю, ничего не видели, не слышали. Баринов говоришь, а они отворачиваются, прячутся. Да потому что боятся, завидуют. Чему тут завидовать? Ладно, гражданка, вы утверждаете, что лично видели картину самоубийства Баринова? И еще здесь? Ага, собственным зрением. Я только с веранды-то отошла, а он, Баринов-то, до сих пор прям мурашки по коже снуют. Но мужчина он был положительный во всех отношениях. И скрасить, и по хозяйству. И вообще, он всегда был трезвый. Ну, кроме праздников, не то, что другие. Вы где живете? Я? Вот здесь. Вы знаете, у меня огород очень большой, хозяйство. Мне надо козу подоить. Идите домой, гражданка Осокина. Идите. Сапи, проводи. Женщина, знаете, есть такая маленькая статья, называется «Лжесвидетельство». Это от 3 лет с конфискацией. Не надо меня напрасно пугать. Я свои права знаю. Привет, ты где? Баринова повесили. Сюда, Петрович. Вот. А что это за окурки, Тимур? Старый Мельберг, 7 штук. Долго сидели. Хозяин трубку курил. У него тут целая коллекция. Перед самым убийством курил. На полу нашли. Коньяк пили дорогой. Очевидно, гость принес. Гость? Почему гость? Хозяин самогон предпочитал. Аппарат на кухне нашли. В кладовой брага. Бутылок 10 готовой продукции. На лимонных корках настаивал. Заканчивай здесь. Выжиганием по дереву покойник увлекался. Редкое по нынешним временам увлечение. Ну что, Алексей, размышляй, вслух желательно. Так, трос стальной на шею сзади накинули и сильно затянули. Баринов сидел за столом. Когда в судорогах забился, стянул скатерть вместе с посудой. Да, вот еще что. У хозяина собачки не маленькие, но закрытые вольеры. Значит, что получается? Костя знал и ждал. Слюну на ДНК возьми. У кого? Но не у хозяина же. Геннадий Петрович! Интересно, чукчи пляшут. Дай.
Только на этот раз все розочки оплавленные. Отсюда вытащил? Угу. Строгий выговор. Откладываю. Спрячь. Здрасте. Здравствуйте. Что это вы тут уединились? Картошку пекли. Может, угостите? Так съели уже. Зря вы так, Геннадий Петрович. О чем это вы? Я, может, не меньше вашего за поимку инквизитора болею. И вам лучше бы использовать по назначению мою квалификацию. Не так уж и много в Мельберге дипломированных криминалистов. Мы не на стадионе, Кира Эдуардовна, чтобы за поимку инквизитора болеть. А откуда вы, собственно, про инквизитора знаете? Носкова интересует только статистика раскрываемых преступлений. Он замечает только то, что ему выгодно. А я правду хочу знать, Геннадий Петрович. Правда, Кира Эдуардовна, заключается в том, что интересы следствия предполагают сохранять ее в тайне от лиц, не имеющих прямого отношения к данному расследованию. Это я-то не имею прямого отношения? Зря вы так. Мы теряем бесценного союзника. Выговор строгий. С занесением в личное дело. За что? Послушай, Сеппи. Парень ты приличный, котелок у тебя варит. Мне жаль будет расстаться с тобой, лейтенант Сеппи Хайкинен. Юмрете. Болтать надо меньше. Да, это я сказал Кире. Но мы же не в лесу живем. Да кто угодно зайдет в наш кабинет, увидит экспозицию на стене. Дамир, зафиксируй. И все будет сразу ему понятно. Все ко мне. Экспозицию снимаем. Все храним в электронном виде. Пароли сменить. Утечка информации по делу исключена. В детали следствия, кроме Хусаинова, Тимура с его бригадой отныне посвящены только мы трое и Серебрянская. Заруби себе на носу. Любую утечку информации по делу инквизитора я буду рассматривать как непростительную халатность или прямое пособничество. Все-все поняли? Ты все понял? Так точно. Работайте. Здравствуйте, телевидение. Ну вот и телевизионщики пожаловали. Понятно теперь, откуда они узнают? Собаки. Иммере. Да. Геннадий Петрович, подойди. Чё? Где обнаружили? В подвале. На самогоне столько не заработаешь. А, Тимур? Привет, Мельберг. С вами ведущая программы «Горячие новости Мельберга» Екатерина Курская. Совсем недавно в нашем эфире было показано интервью. Это ладный поступок, Валентина. Господь воздаст тебе. А то как же, батюшка мой? Небось, ну, плачет кто о нем. Горюет потерявши. Позарилась я на вещицу-то, ведь чистое золото. А сама думаю, примет-то худая. Осторожно. Не дай, Господи, крест чужой понести, когда свой давит. Ну, присваивать чужое само по себе есть грех. А ну-ка. Тельник вроде знакомый. Только не вспомню, чей. Ты вот что, Валентина. Ты его в полицию отнеси. Да как же в полицию, батюшка? Я ж на храм хотела пожертвовать, как золото. И чтоб как от себя. А в полиции-то одно варьё. Ну, не все там варьё. Есть и честные, по-своему, по-мирски. А нас грешных радеющие. А ты этот крестик на месте преступления нашла. Особо важно. Исполни свой долг. Да какой же долг-то, батюшка? Не поняла я. Вразумите? Нагорная проповедь. Вот и вся наука. Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам наши. Это значит, что не только прощать, а и отдавать нужно. Неси, неси от греха в полицию. Спросишь там Геращенко, вот ему в руки и отдашь. Да я знаю его, батюшка, он злой. Да это ничего, что злой. Неси, неси с Богом. Неси с Богом, Валентина. Ступай, ступай.
Отец Антона Каменева с Бариновым были корешки закадычные по жизни. Антон – крестник Баринова. Значит, Антона Баринов с пеленок знал, верно? Это типа он бы пустил Каменева в дом без опасения? Ну, я думал об этом. Но без свидетелей, порожняк. Вот, Петрович, подарок. Чтобы мои не ломал. Исторические. О, опал. Артефакт. Исторические. Да. А кто у нас директор краеведческого музея? Сафронов Аркадий Николаевич. А кто говорил, будто Каменев в школе историей увлекался, дружбу с директором музея водил, в раскопках активно участвовал? Участвовал. Да, мы все участвовали. У меня старинная опасная бритва осталась с тех пор. Да? А кто из вас, господа сыщики, обратился к Аркадию Николаевичу за консультацией? Кто вообще с ним разговаривал? Откуда эта ядь? Сепи Полундра. Хайкинин! Ты-то, конечно, побывал у Сафронова. Узнал, когда к нему последний раз наведывался Каменев? Ну давай, не скромничай. Тут все свои. Вынужден я со скорбью признать, права, Кира Эдуардовна. Профессиональных сыщиков у нас нет. Сыщики-то есть, а профессионалов нет. Обидеть младшего по званию легко, товарищ майор. Петрович, ну нас двое, и мы физически не в состоянии каждую версию отработать. Правда. А какую версию ты уже отработал, капитан? Историческую? И историческую. Отрабатываем, Петрович, отрабатываем. Жители города обеспокоены последними мрачными событиями. Распространился слух, что в городе орудует некая религиозная милиция, и ее цель – борьба с коррупцией радикальными средствами. Ваш комментарий? Я бы просил журналистов не увлекаться слухами и не нагнетать атмосферу. Ответственно заявляю, никакой милиции, кроме официально охраняющей законность полиции, в нашем городе нет. Только что в нашей программе вашему вниманию было представлено интервью с руководителем Следственного комитета района, полковником юстиции господином... Комментарии дала помощница руководителя Следственного комитета района по связям с общественностью Кира Эдуардовна Фалик. Тебе с чем? Глазунья. Следствие квалифицирует смерть полковника Баринова как самоубийство. К сожалению, одинокие пожилые люди иногда впадают в депрессию, и суицид среди этой категории граждан отнюдь не редкость. Соответственно, ну, горишите, сука, в аду, тварь. Или страхи жителей... Каждый день в это же время для вас горячие новости Мельбурга. Еще раз стул тронешь, я тебе шею сверну. Поесть. Вернусь, поем. Фу, давай. Да фу. И все-таки Штольц мог сам себе венок подкинуть, а потом втихую сводить счеты со старыми друзьями. Зачем? Нет, я не понимаю, для чего человеку уничтожать то, что он так долго и тщательно сам создавал. Я согласен, что Штольц не при делах. Помолчи. Скажешь, когда спросит. Пока все сходится. Уничтожают тех, кто нажил свое состояние неправедным путем. Наверное, кто-то город решил почистить. Угу. Алексей Михайлович. Согласен. Но список Штольца не убеждает. Вот смотри, вот. Валдис Фрейманис, главврач больницы. Что, инквизитор? Чушь! Да он новое оборудование в Швейцарии для родильного отделения из своего кармана оплатил. Ты представляешь, сколько стоит японский томограф? Ну, я-то представляю.
Только вот откуда у него такой карман глубокий, вот это вопрос. Пробил всех остальных по списку. Ни за кем из них никакого криминала. Ладно. К списку Штольца еще вернемся. Пока перейдем к следующему посланию инквизитора. 12 раз приносящие плоды. Пропущено лигнум витае, дерево жизни. Вита. Значит, инквизитор кого-то казнил до Баринова. Кого-то, кого мы пока не нашли. Да он сам устанавливает правила. Как хочет, так и пишет. Это его игра. То есть он играет, что ли, с тобой? Фильмов насмотрелся и играет, чтобы мы его нашли. Да ему плевать, Лёш. На тебя и на меня плевать, если тебе так приятней. У него есть миссия. Текст вульгаты для него как святыня. И менять здесь он ничего не будет. Это исключено. Лобанов. А насчет Лобанова и по ту, и по другую сторону реки, это как-то связано с прошлым слесаря. Для инквизитора переплыл Лобанов реку или нет, он все равно виновен. На любом берегу виновен. Наталья Павловна, вы можете без образов как-нибудь говорить? Я ничего не понимаю. Я не могу так работать. А татуировка на руке Лобанова – это знак руки берущего. То есть он потонул под своими подлыми деяниями. Так, подожди. А как насчет Баринова, приносящего плоды каждый месяц? Ну, ты скажи. Наталья Павловна. Но если о скрытых значениях, Баринов – ростовщик. И он свои 30 серебряников сдавал под очень крутые проценты. Фух. Пока все пустое. Начнем сначала. Алексей, ты к директору музея Сафронову двигай. Может, он что-то знает про историческую листовку Шемякина. Наталья Павловна возьми. Зачем? Лёш, ну ты мужчина. Сафронов тоже мужчина. Ну, был бы он женщина, я бы тебя с собой взяла. Понял? Да, я. Нет. Хайкинин, взять ребят. Снова обойти все дома на Речной. Подругу Лобанова найти. Возможно, слесаря утопили в доме, где он скрывался. Геннадий Петрович, я 1000 раз был на этой Речной улице. Там нет никакой подруги. Вы понимаете, что нужно Каменева на алиби проверить? Сеппи, твоя задача не обсуждать приказы, а исполнять. Да я вам говорю, в первую очередь надо камни проверить. Он только откинулся. Все, уходим. Через месяц сейчас будет заглавие Ослика. Сеппи, повтори это еще раз. Мне нравится тембр твоего голоса. Слушай, я бы сейчас придавил часть К3. И свет не заря подняли. А Сокина это. Кофе надо хлебануть, а то упаду. А во сколько музей краеведческий закрывается? 20:00. Ну вот тебе и время, иди, хлебай свой кофе. А ты куда? Да хочу одну теорию сомнительную прокачать. Ну ладно, я Аркадий Николаевичу позвоню, задержится, если не надо. Не надо, не надо. С нашими делами лучше, как снег на голову. И лучше к самому закрытию. Там ты ходишь, Антон, вижу тебя. А вот почему не причащаешься, в толк никак не возьму. Или боишься о грехах своих поведать при Господнем свидетеле? Так я ведь тайну-то исповеди блюду, сын мой. Покаясь еще, батюшка. Страшно скажу, но покаясь, когда буду знать, что больше не повторю. Без дела что за раскаяние? Верно. Верно мыслишь. Господь по делам судит. Однако не тяни. Тянуть не следует. Я за Баринова хотел обсудить. А мне крестным приходится. Баринов не повесился, а его в самоубийцы определили. Слышал об этом. Прямо скажите, отец Игнатий, отпевать будете? А ты откуда об этом знаешь? Ты сам-то не причастен ли? А? Не обо мне сейчас. Баринова надо отпеть, это по совести. Антон, а где твой тельник? Потерял. Вот. Надень. Носи пока этот.
И помни, Антон, живые души тебе не простятся. Да где же не эти живые души-то? Впору Гоголя перечитывать. Цветами я занимаюсь сама. Наташа, согласитесь, глупо платить садовнику за удовольствие. Тем более они меня узнают. Это каким образом? Я разговариваю с ними. Когда смотрю в окно, они прям точно поворачиваются ко мне. По глазам вижу. Вздор безумной тетки? Да нет, ну что вы, Зинаида Сергеевна. Ясный ум и твердые принципы. Вы очень красивая женщина, могли бы еще и замуж выйти. Ну не век же вам траур носить. Ой, замуж. Ой. Да с тем состоянием, что после Андрея осталось. Вздор. Кто бы ни посватался, стану думать, охотник за деньгами. Ладно, хватит об этом. Что у тебя? Вот здесь полный отчет, вы посмотрите. Так. Здесь написано, что инквизитор убивает чужими руками. Да, убивать, не оставляя следов, очень сложно. Требуется постоянная тренировка и практика. Такую практику имеют только очень узконаправленные специалисты. Поэтому вряд ли инквизитор и палач – это одно лицо. У инквизитора комбинаторное мышление, а у палача – боевая подготовка. Эти два качества очень плохо соединяются. Даша, голубчик! Да? Сделай нам лимонаду с Наташей, со льдом. Опять горло застудите, а мне вас потом лечить. Опять? Террор! Совсем распустилась, как Андрей Богданович не стало. Третируешь меня? Это дело, скорее всего, затянется. Ну, коли взялась, изволь искать. Может, денег еще? Нет, денег хватает. Зинаида Сергеевна, мне бы кое-что из прошлой жизни узнать. Спрашивайте. Скажите, а вы хорошо помните тот день, когда Антон Каменев отца убил? Хорошо помню. А можете подробно рассказать? Это очень важно. Он опоздал на занятия. За основу сюжета Федор Михайлович Достоевский часто брал реальные факты. Так прототипом Родион Раскольникова писателю послужил приказчик Чистяков, зарубивший старуху-проценщицу в целях ограбления. Чистяков, по вере, был Раскольник. Оттого и явилась на свет фамилия Раскольников. Извините, можно войти? Можно. Что с рукой? Поскользнулся, упал, очнулся, гипс. Садись на место. У нас Камень тоже вроде как Раскольников, только его наказали уже давно. У него ж батька как напьется, ох, лютый становится. В чем дело? Так, прекратили. Антон, выйди из класса. Пожалуйста. Пожалуйста. Берта, ты-то куда собралась? Урод. А по-моему, я красавец. Я к кому обращаюсь, Берта? Ребят, что с вами происходит? Я думала, вы повзрослели. Надо сказать вам, Наталья Павловна, старший Каменев был жестоким человеком. Избивал Антона. В тот день он руку ему сломал. Поэтому, когда Антон пришел в милицию с заявлением об убийстве отца, сомнений ни у кого не возникло. Значит, Антон и Берта ушли с урока. И после этого Антон сразу же пришел в милицию с повинной. И больше никто ничего не видел и не слышал. Нет, почтальон видел Берту, как она выходила из дома Каменевых. Брось, брось, Палаш! Что ты тут делаешь? Что ты делала тут? Ты портфель забыл. Жди на улице. Ты из
забыла, я за тобой, понимаешь? Ты рюкзак забыл, я думала, вернуть надо. Я прибежала, думала, домой прибегаю. Одевайся. Что теперь будет? Ничего не будет. Что теперь будет? Все будет хорошо. Сейчас главное все очень быстро делать. Очень быстро. Что теперь будет? Ничего, все будет хорошо. Ты меня слышишь? Сейчас главное очень быстро все надо делать. Очень быстро надо делать. Главное запомнить. Тебя здесь не было. Ты из школы пошла к отцу в клинику. Прямо в клинику. Ты слышишь меня? Ему все расскажешь, он подтвердит. Слышишь меня? Значит так. Встретишь кого, голову опусти. В автобус не садись. Капюшон только в клинике снимешь. Поняла? Все поняла? Давай, двигай отсюда, быстро. Я тебя не брошу. Я тоже тебя не брошу. Никогда тебя не брошу. Ты слышишь? Я тебя сам разыщу. Все, пошли. Стой, рюкзак. Рюкзак. Самое главное, сделай, как я сказал. Давай, 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 бегом отсюда, бегом. То есть Берта была в доме Каменева в день убийства? На следствии она сказала, что двери в дом ей не открыли, и она ушла. А вы считаете, что Берта каким-то образом причастна к убийству Каменева-старшего? Мне надо еще раз дело осмотреть. А дальше что? Дальше был суд. Я пыталась как-то Антону помочь, но все улики были против. Потом его признание. Зинаида Сергеевна, у меня к вам еще один вопрос будет. Ну, если не хотите, вы не отвечайте. Как вы думаете, могла ли Берта отрубить голову отцу Антона Каменева? Чисто физически. Любой здравомыслящий человек скажет вам «нет». Но Берта ходила на тренировки, и там у них был такой жестокий способ. Девочка час или два неподвижно, в горизонтальном положении, держала металлическую трость. И поэтому вы на суде свидетельствовали в пользу Антона? То есть вы знали, что он себя оговаривает, и знали ради кого? Ну, помогла я вам. Да. Да, Зинаида Сергеевна, спасибо. Ладно, я пойду. Счастливо. Зинаида Сергеевна? Да. Скажите, пожалуйста, а вы помните, какую руку тогда сломал Антон Каменев? Левую. Точно левую? Ну, я еще подумала, что он месяц писать не будет, Антон левша. Ладно. Спасибо, до свидания. До свидания. Егор, привет, это я. У меня к тебе просьба, покажется странной, только ты не спрашивай, зачем это нужно. Ну и зачем ты с ним встречаешься? Я, кстати, служу здесь по-своему. Не лучшее место для свиданий. Ну, все же лики святых. Я что, сутенер? Ты осел, Егор. Дионисий. Наталья Павловна, прошу извинить меня за вчерашний конфуз. К чему такая срочность? Прогуляемся, Генрих Карлович, разговор есть. Thank you.
Вы сами не чувствуете? Вам ведь на пляже не в первый раз стало плохо, правильно? Или себе признаться боитесь? Когда? Когда угодно. И где угодно. В собственном ресторане, на светском приеме или в городской больнице, как это ни дико звучит. Вы к Фрейманису в последнее время ни с какой жалобой не обращались? Ну, теперь уж точно обращусь. Чего ты мечешься? Его отравили. Кого отравили? Генриха. Чем-то высокотоксичным. И замедленного действия, может, талий. Скорее всего, талий. Его раньше часто многие спецслужбы использовали. Без цвета, без запаха, легко алкоголь подмешивается. В общем, медицина установит. Придешь сегодня вечером? Да. Дамочка. Дама. Алтай. Дама. Алтай. Фу. Что у вас там? А, сейчас, потерпите. Сайма. Саймочка. Саймуля. Сейчас я тебя покормлю. Вот умница. Иди сюда. Сайма. Давай. Ты зачем здесь? А? Дама. Алтай! Ты чего это, братишка? Ты чего? Я же им ничего. Они ж мне целое утро участие шили. А я ж за тебя. Я... Спасибо, Кира. Чистый спирт. Народное здравоохранение от язвы рекомендует. Ну, давай, Петрович. За упокой полковника Баринова. Да, Баринов. Стальной мужик был. Сейчас таких не делают. В 70-м году целое латвийское подполье сепаратистов и правозащитников разгромил, между прочим. А теперь его самого повесили. Как подпольщика с табличкой на шее. Ирония судьбы. Парадокс. Вот. Скажи мне, Петрович, вот кому это было надо, а? Ищем, Георгий Мавич, ага. У Баринова серьезные накопления обнаружились. Да какие могут быть у ветерана накопления? Около 2 миллионов. Рублей? Долларов, Георгий Мавич. Сколько? И золотой запас 4 килограмма. Че, серьезно? Ограбление? Пока основная версия. Но Шемякин что? Ты мне когда убийцу поймаешь, а? Да какого убийцу, Георгий Тимофеевич? Шемякину просто не повезло.
нарушил правила техники безопасности. Хана! Без намордника в свою машину посадил. Какого хана? Ротвейлера вашего, хана. И ошейник он зачем-то в дворе выбросил. Дарья, прислуга их, вчера за гаражом в траве нашла. Вы же знаете хана лучше других, Георгий Тимофеевич. Его суток двое голодом поморить, так он не то что депутатское горло, он карданный вал перегрызет. Как хан-то в машину к Шемякину попал, Георгий Тимофеевич? Объяснить придется. Садырин. Черт! Геращенко. Сволочь. Иуда. Подсидеть решил. Ничего. Носков я не таких обламывал. Хватит, вы много пьете. Держите. Да брось ты этот ошейник. Давай, мне надо! Снять напряжение! Ты что, с ума сошла? За что? За Сэппа Хайкинина, он бы еще не так врезал. Да я вас выгоню вместе с вашим лейтенантом! Будьте дорожки подметать! Да, мрачное событие, доложу я вам. От 1890 года объявился в Мельберге один сумасшедший терциарий финского происхождения. Терциарий? Ну да, так вот испокон веков называли финских доминиканцев. Светских, ну, которые приняли на себя какой-либо священный обет. И каков же был обет? Ну, усовершенствовать общество ни много ни мало. Пятерых мещан зарезал, весь город в страхе держал. Ужас. А публика вечерами вообще из окна боялась выглянуть. Да вот, взгляните. Кстати, восстановили по описаниям. Вот так он и выглядел, этот инквизитор. А за что же городу такое наказание? За грехи, Наталья Павловна. За грехи. Вот уверовал этот финн, понимаете ли, что есть у него особая миссия. Всех алчных, прелюбодеев, честолюбцев резать без страха и сомнений. Тогда, мол, обыватели встрепенутся, вернутся в лоно церкви и заживут по заповедям. Вот. А на теле жертвы он оставлял вот такую вот грамоту. Кстати, в музее у нас два экземпляра сохранились. А на второй экземпляр можно взглянуть? Аркадий Николаевич. Да, конечно. Он в запаснике. Обождите, я сейчас принесу. Угу. Пожалуйста. Имитатор? Да нет. В нашем случае подход индивидуальный. Избирательный. Ну что, пропала грамота, да? Я что-то в толк не возьму. Я точно знал, куда ее положил. Ошибки быть не может. Ну, все, конечно, возможно. Надо будет все фонды проверить. Но со мной такое впервые. Я всегда все кладу на одно и то же место. В музее такого просто никогда не было. Скажите, кто кроме вас в последнее время заходил в запасники? Ну, Антон Каменев заходил в музей. Мы чаю попили. Он часто ко мне заходит, а более никто. А можно мы оригинал с собой заберем? А вам зачем? Да не волнуйтесь, мы с возвратом. А чё ты молчишь-то, Сэппи? Или ты все дома на речной обошел? А может, ты женщину слесаря Лобанова
отыскал. Там Кира внизу сидит, на скамейке плачет. Она оплеуху Носкову отвесила, так он теперь грозится уничтожить ее. На землю отправить, и меня тоже. Ну что за ножи стали делать? А тебя за что? За компанию. Геращенко, она попозже не могла прийти? Ладно, запускай. Вот что с Эппи. А возможно, я ошибся в ней. Возможно, я ошибся в твоей Кире Эдуардовне. Ладно, посмотрим. А пока так. Давай вот что сделаем. Вопрос мы твой решим. Успокой свою женщину. Шоколадка есть у тебя? Есть. Вот. И покорми свою женщину. Иди себе. Здрасте. О, гражданка Осокина. Ну что, еще кто-нибудь повесился? Нет. Хорошо, проходите. Но учтите, у меня очень мало времени. Вот. Чистое золото. И что? У калитки нашла. У Федора Афанасьевича Чебаринова. А почему сразу не принесли? Так я сразу. Только в храм Божий заглянула. Крест осветить. Потому что крест и сразу к вам, как к законному начальству и полицейскому представителю. Хорошо, гражданка Осокина. У вас все ко мне? Вот. Что это вот? Жалоба на утеснение от соседей. Поскольку вы у нас полицейское начальство и законный представитель. Хорошо, гражданка Осокина, идите, я разберусь. Свободно. Что? А еще у нас по ночам на улице освещение выкручивают. Идите домой, гражданка Осокина, идите домой. О, дурак. Горячился, урод, а? Я тебя определю на 15 суток в КПЗ. Я с тобой еще встречусь. Он заметил вас? Хорошо. Продолжайте снимать. Пока есть что снимать. Нет. Встретимся на стоянке у прокуратуры. И никому. Ты понял меня? Никому. Набери, когда вернетесь. Интересно, чукчи пляшут.
Задырин! Задырин! Ну, подлец же ты, Задырин! Какую свинью мне подложил? Мне полгода до персональной пенсии осталось! Что? Что? Что теперь? Ошейник мой. Черт его. Теперь все трупы на меня повесят! Thank you.